Вот что-то, ну вообще ничего не понимаю. Гатить ракетами по жилым домам, где спят мирные люди, по детсадикам, роддомам и атомным электростанциям, это пиздец великий подвиг. А как гахнули по Крымскому мосту, который незаконно построенный на аннексированную территорию соединяется с страной-агрессором, это уже теракт. Молодой человек, который создал уникальное шоу, юмористическое, множество фильмов отснял, кучу запустил проектов, заработал миллионы баксов и выиграл, самое главное, честно, на конкурентных выборах, с огромным отрывом, победив при этом действующего президента, клоун, представляете? А канцелярская моль, которую никто даже никогда не выбирал, которую назначили, она благодаря фальсификациям потом... Типа побеждала на выборах, переписала конституцию, сделала себя чуть ли не царем и богом. Это президент великий мира. Что за хуйня происходит? Объясните мне. Войска с другой страны заходят на чужую территорию, начинают бомбить, стрелять, убивать, разрушать, насиловать. Герои великие. А те люди, которые защищают свою землю, свои семьи, свои родные дома и города, это, блядь, бандеровцы, нацисты, блядь. Представляете? А буковки Z и V на русской технике – это повод для гордости. Точно такие же буковки немецкие нацисты и фашисты в 42-м году, блядь, рисовали на своей технике. И этой хуйней гордятся. Украинский флаг и украинский трезубец, блядь, это символы государства украинского. Это должно быть что-то нацистское и плохое, блядь. Как так, блядь, подменили все? Как так, блядь, перепрошили людям мозги? Вместо мозгов засунули просто кусок говна в коробку. И, блядь, этим радуются и гордятся. Как пропаганда, блядь, которая долдонит годами абсолютную хуйню и вранье. Это, блядь, нормально, правда, все смотрят и улыбаются, и радуются. Как альтернативные источники информации. И независимые СМИ, журналисты, аналитики. Так это сразу фейк, блядь. Вы сами себя бомбите. Так может вы, блядь, сами этот мост ёбнули просто, блядь, Путина с днем рождения поздравить. Я не знаю, ну начните думать хоть чуть-чуть, блядь.